Здравствуйте, в эфире «Импульс», в студии Павел Прожогин. Мы готовы представить вашему вниманию информационную картину понедельника и минувших выходных. Вначале коротко о главном. Как вы видите, что здесь, ну, должно нам быть? Самое главное, это пешеходная зона у нас должна быть. У нас ее просто нет, не возле одного дома. Андрей Воронов встретился с горожанами, адресовавшими ему свои вопросы. Речь шла о переселении, благоустройстве дворов и организации парковок. Это та целевая аудитория ребят, которые ориентируются уже со школьной скамьи на высшее профессиональное образование. Профильные классы и изучение Арктики. В Салехарде состоялся совет по науке и высшему образованию. Так виднее, понятнее, яснее то, с чем можно поработать, что нужно конкретно сделать. Депутаты городской думы встретились с жителями Карачаева и внесли вклад в благоустройство района. Народные избранники высадили деревья в районе спорткомплекса «Арктика». Отсутствие пешеходных зон и старые детские площадки. В газовой столице есть еще немало дворов и территорий, которые требуют к себе пристального внимания. О наболевшем новоуренгойцы пишут в социальных сетях исполняющему обязанности главы города и рассказывают при встрече на личном приеме. Андрей Воронов вместе с руководителями профильных департаментов на месте посмотрел, что же волнует горожан и как разрешить их проблемы. Продолжение темы в сюжете Полины Шороховой. Вот в 2018 году мы писали о том, что у нас провалилось все. Провалилась канализация. Елена Самохина с семьей живет в доме на Дорожников 4 уже четверть века. Беженцы из Приднестровья, они приехали сюда еще в 90-х. Квартира, которая когда-то дарила надежду, сейчас находится в плачевном состоянии. Уже несколько лет жильцы бьют тревогу, ведь жить здесь просто опасно. Если посмотреть внизу, канализация упала. У нас там огромная лужа, которая даже собака утонула, там маленькая, ну, подросточек. В этом году не смогли ее спасти. 4 дня скулила там бедная. И стойки у нас уже как бы расслоились, и опустился дом. Вы видите, что у нас и в коридоре видно, и здесь трещины вот на окнах, возле окон, прям вон какие огромные. В 2020 году дом признан аварийным, но пока информации о том, когда и куда переселят жильцов, не было. Пережить еще одну зиму здесь будет крайне сложно. В холодное время года деревяшка изнутри обрастает глыбами льда. С просьбой о помощи через Инстаграм обратился к Андрею Воронову внук Елены Самохиной. На месте выяснилось, переселение ожидают жители 4 квартир. После визита исполняющего обязанности главы появилась надежда, что Новый год люди встретят совершенно в других условиях. 120 метров теплотрассы подача-обратка, плюс водовод и плюс канализация. Это мы выполнили самостоятельно, то есть из бюджета ничего не получили. В микрорайоне Заозерный уже с 2014 года ждут благоустройства территории. Однако по разным причинам дело пока что не движется. Собственники даже провели канализацию от магистральных сетей к своим домам за собственный счет. Осталось проложить дороги и сделать озеленение. Но это уже в компетенции администрации. Долго ждали, чтобы разобраться с винегретом, который возник в этом микрорайоне из аварийного фонда, ну, намежеванных земельных участков, несанкционных домов и так далее. Был старый проект планировки. Сегодня у нас есть контрагент, который разрабатывает проект планировки, новый. И почему мы уведомили о том, что мы как раз должны учесть ваши интересы, интересы муниципалитета в развитии этой территории, создании проездов и всего остального. Сроки формирования проекта планировки всех документов, чтобы потом уже можно было... Речь это только следующий год. Ну, подождем. Мне важны сроки, чтобы понимание было. А вот жильцам домов 9 и 9А на молодежной повезло больше. Здесь уже к 20 октября должен быть готов план благоустройства с учетом мнений тех, кто здесь проживает. Люди просят заменить старую детскую площадку, которой более 30 лет, обустроить пешеходные зоны, парковки, места для выгула животных. Здесь также желательно расширить. Мы даже не про расширить дорогу, но здесь организовать пешеходную зону, потому что ее нет. Проблем в этих дворах много, и решать их необходимо всем вместе. Жильцы сами составили схему благоустройства своего двора, отразив то, что хотели бы видеть на своей территории. Их проект ляжет в основу документа, над которым будут работать специалисты. Это кто рисовал? Я рисовал. Ага, сами, да? А проект мы вообще-то... У нас единственное было разногласие по поводу площадки. Да, парковки мы как бы предусмотрели с пожеланием всех жителей, место размещения детской площадки.
В ходе встреч с новоуренгойцами представители власти посетили и городское общество инвалидов. Организация тоже нуждается в помощи. Последний раз ремонт помещения был тут 6 лет назад. Сейчас полы и стены требуют обновления. Еще более острая проблема – передвижение по городу. Сейчас инвалиды доставляют продукты питания и предметы первой необходимости своим товарищам-колясочникам на общественном транспорте. Сколько под вашим крылом всего? 190 человек. 190. Ну, серьезно. Серьезные болезни, да, есть, да, помягче. И больны, и очень много у нас пожилых. Пожилые настолько у нас нуждаются во внимании, нашей, ну, помощи. Да. И у нас вот есть 9 волонтеров, тоже инвалиды. И они очень огромную помощь оказывают вот этим более слабым, более незащищенным инвалидам. Безусловно, надо машину вам свою иметь с экипажем. Будем сейчас думать, каким образом это можно. Ну, не должны инвалиды пешком ходить, и если вы должны быть мобильными, помогать. У города еще много проблем, которые требуют к себе внимания. Но все они преодолимы, если горожане и власти решают их сообща. Полина Шорохова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». А сегодня исполняющий обязанности главы города побывал в МФЦ, выясняя, как строится работа учреждения и долго ли людям приходится ожидать очереди к специалисту. Об этом мы расскажем в следующем выпуске новостей, а пока к другим темам. Правительство страны одобрило план по повышению тарифов на поставки электроэнергии. Ожидается, что с июля 2021 года тариф на электричество для населения вырастет на 5%, на газ – на 3%. Кроме того, по плану Минэкономразвития тариф на пассажирские железнодорожные перевозки увеличится с января 2021 года на 3,7%. Как сообщает РБК, в среднем индексация совокупного платежа за коммунальные услуги в 2021-2023 годах составит 4% в год. Изучение Арктики и взаимодействие ученых со школами. Губернатор Дмитрий Артюхов провел совет по науке и высшему образованию. Сегодня Ямал – участник Западносибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Округ координирует тематическое направление «Арктика» и реализует 4 проекта. Они затрагивают изучение мерзлоты, строительство в суровых климатических условиях, приумножение водных биоресурсов и защиту экологии. Также участники встречи обсудили взаимодействие научного центра изучения Арктики со школьниками. Работа в такой связке помогает развитию исследовательской культуры у подростков, в том числе ее прикладной составляющей. Очень важно соединить науку и школу. Кроме того, необходимо продолжать создание профильных классов. Корпоративные классы, на наш взгляд, это та целевая аудитория ребят, которые ориентируются уже со школьной скамьи на высшее профессиональное образование и осваивают в ходе образовательной программы те предметы, которые свойственны для освоения той или иной специальности в ВУЗе. Те корпоративные классы, которые у нас работают, и предприятия активную позицию проявляют, конечно, позволяют с участием представителей предприятий организовывать различные наставническую деятельность, экскурсии и другое. Познакомиться и услышать насущные проблемы людей. С такой целью в Карачаево побывали депутаты городской думы 7-го созыва. Поговорили о том, чем живут люди, и приняли участие в благоустройстве. Народные избранники создали новую аллею рядом со спортивным комплексом «Арктика», а еще вручили подарки маленьким жителям района. Подробности в сюжете. На Карачаево – это излюбленное место всех новоуренгойцев. Мы с удовольствием сюда приезжаем. Цель этого визита – познакомиться лично. Депутатский корпус сильно обновился. Горожане должны знать, кто представляет их интересы, и не только в кабинетах власти. Народные избранники – представители разных отраслей и сфер деятельности. Карачаево – центр притяжения внимания руководства города и региона. В районе идет активное строительство. Развивается инфраструктура. Я с утра проехал по своей любимой стройке. Вот. Ну, с асфальтом видно маленечко, так вот они опаздывают, но погода позволяет. Вот я очень надеюсь, что пара домов еще ведется. В этом году? Да. Ну, в следующем году, получается, мы будем уже расселять. Планы по переселению в Карачаево большие, а еще тут строятся новые детские сады, бассейн, идет благоустройство общественных территорий. Во дворах появляются современные площадки. Что разместиться на свободных пятнах, жители района могут выбрать самостоятельно. Важно, чтобы это были взвешенные решения, которые устроят большинство. Андрей Валерьевич, настроена команда, чтобы проекты шли от вас, от всех, от нас вместе. Да? То есть вот я не стесняюсь, сижу, рисую, предлагаю вот это все. Перспективы хорошие, и они тоже заставляют людей задуматься. Теперь перед жителями Карачаева стоит непростой выбор. То ли здесь остаться, потому что здесь хорошо, здесь все здорово, все строится. И
либо туда. У нас произошло много изменений к лучшему, когда мы начали взаимодействовать с нашей Думой городской, с представителем губернатора, с мэром нашего города. У нас Карачаево изменилось, конечно же, в лучшую сторону. У нас здесь раньше не было такой красоты, можно сказать. Сейчас и все это, я считаю, что немаловажную роль сыграло взаимодействие с властью. Пока жители думают, как сделать район еще уютнее, народные избранники приступают к делу. В этот раз к благоустройству и озеленению. С лопатой в руках и исполняющей обязанности градоначальника. Давайте пойдем немножко. Да. Психолог приходит у нас тут главный, нам подсказывает. Совместный труд сближает, а в ближайшую пятилетку этой команде предстоит продуктивно поработать на благо города. Сейчас важно собрать пожелания от людей. В ходе неформального общения это делать комфортнее. Так виднее, понятнее, яснее то, с чем можно поработать, что нужно конкретно сделать. Нет, безусловно, вот просидеть в кабинете 2 часа и проговорить, в этом, конечно, будет результат, но чтобы это вот все было эффективнее, что ли, чтобы ресурсы наши, силы, энергия уходили более адресно, то вот такой разговор прямой, без посредников, без каких-то дистанций, это неотъемлемое условие, это то, что должно быть. Встретились представители депутатского корпуса и с маленькими жителями района. В спорткомплексе «Арктика» для особенных детей организовали День здоровья. Это не соревнование, а именно праздник, поэтому подарки тут раздают не за победы. Выбирай. Какой? Выбрал? Девчонки, вы же смелые, давайте. Развлекательные эстафеты и шуточные соревнования. Для особенных деток важнее всего создать атмосферу праздника. Тем не менее, разогреться перед состязаниями необходимо. В этом помогает зарядка. С детьми в одну шеренгу встают депутаты и градоначальник. Для депутатов 7-го созыва это первая поездка в Карачаево. Теперь им предстоит бывать тут достаточно часто. Район активно развивается, и важно знать, чем живут люди. Павел Прожогин, Владислав Еремин, служба новостей «Импульс». На сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации против гриппа. Как в округе проходит прививочная кампания? Поговорим об этом во второй части выпуска. Оставайтесь с нами. На Ямале завершается первый этап вакцинации от гриппа. Иммунизацию уже прошли более 124 тысяч человек. На портале «Живем на севере» начался сбор предложений по обустройству ледовых горок. У новоуренгойцев есть возможность предложить свои варианты. Для детей с ограниченными возможностями провели День здоровья. Маленькие гости играли, рисовали и получали подарки. Заслон от вируса. На Ямале завершается первый этап вакцинации против гриппа. В этом году северяне особенно активно принимают участие в прививочной кампании. Иммунизацию уже прошли более 124 тысяч человек. Привиты 42% детей и 37% взрослых от общего плана. В первую очередь вакцинировались ямальцы из групп риска. Пожилые, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, а также те, кто много контактирует с людьми по работе. Медики, педагоги, сотрудники сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей. В этом году в округе планируют привить от гриппа 60% населения, более 315 тысяч человек. Иммунизацию проводят вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М», которые содержат актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов. На сайте собрана вся информация о вакцинации, там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно поставить прививку. После длительного режима самоизоляции им очень нужен был праздник. В Новом Уренгое для детей с ограниченными возможностями провели День здоровья. Взрослые постарались сделать это событие максимально разносторонним. Ведь большую часть времени дети с особенностями в развитии вынуждены были находиться дома в закрытом пространстве. Маленькие гости праздника могли попробовать себя в качестве художников, поиграть в ненецкие игры, получить в подарок книгу и даже погонять мяч. Весело было всем без исключения. Тему продолжит Наталья Худяева. Околай, не забудьте сказать. Да, да. Бери другую краску. Давай другую. Какую берешь краску? Давай синюю. Вот это да! Какая чудо-картина!
Несколько капель разноцветных красок, пару волшебных слов, и за стенками закрытой коробки происходит настоящее чудо. Как только яркий набросок высохнет, воображение и творчество помогут ребенку домыслить свой рисунок. Нетрадиционные техники рисования развивают мелкую моторику пальцев рук и влияют на речевые зоны коры головного мозга. Ребенка очень увлекает именно нетрадиционные такие вот виды рисования. Это все ярко, красиво, и вот проходит, да, это вот со всем этим волшебством все очень увлекательно. А самое главное, что потом, когда высыхает эта картина, у ребенка можно домыслить, додумать, что еще можно дорисовать. То есть это еще и развивает и воображение, фантазию ребенка. Впрочем, мелкую моторику можно развить и через игры. Их в большом изобилии предлагает Центр национальных культур. Здесь в игровой процесс тонко вплетена история родного края. Мы подобрали игры так, чтобы они подходили всем детям. Но это получается своего рода самомассаж. Ребенок сам себе крутит эту игрушечку на ладошке. Таким образом, он определяет, в какую область именно ему хотелось бы сделать тот самый массаж, те самые приятные ощущения. В этом году традиционный День здоровья для детей с ограниченными возможностями решили провести под открытым небом на Виадуке. Ямальская осень препятствовать не стала. Напротив, одарила ребятишек теплыми солнечными лучами. Фестиваль отпраздновал 8-летие. Фестиваль приобретает масштаб, да, в него вносятся какие-то новые мероприятия. Работа проводится не только с детками, но и с родителями, что очень важно, потому что родители тоже не всегда ведут активный образ жизни. Нам очень приятно то, что наш опыт как бы перенимает. Городом есть большая поддержка, не только управление физической культуры и спорта. Здесь задействовано очень много учреждений и культуры, и социальной защиты. Найти занятия по душе в этот день смог каждый ребенок. Так творческая натура Кристины Тимофеевой потянулась к живописи. Нормальное, хорошее настроение. Чем занимаешься на этой площадке? Рисованием. Я рисую. Что ты в качестве рисунка себе выбрала? Бабочку. А почему ты красные краски выбрала? Ну, мой любимый цвет. А еще красный – это цвет лидера. Кристина очень активный ребенок, готова прийти на помощь в любом деле. Сделать жизнь таких, как она, ярче и разнообразнее. Задача непростая, но крайне важная. Самое главное – общество демонстрирует, что каждый ребенок не может существовать в каких-то рамках и в каких-то ограничениях. А ему должна предоставляться среда для его развития, для преодоления препятствий, для того, чтобы он чувствовал себя полноценным жителем и города, и своей страны. Для самых активных организаторы подготовили спортивные площадки. Здесь легко можно почувствовать себя футболистом, пройти импровизированную полосу препятствий, искупаться в бассейне с шариками. Уже, наверное, везде бежали. Просто ребенок не сидит на месте. Ему все очень нравится. Вот. Ну, не знаю даже. Наверное, везде интересно. Везде успели, везде все интересно, везде очень занимательно. Таких праздников, да, очень хочется. Тем более для таких деток, как у нас, таких праздников очень мало. Но вот так вот для него сегодня просто день праздник, день счастья. День развлечений. Почувствовать себя наравне со всеми, им это жизненно необходимо. Особенным детям всегда будет требоваться чуть больше нашего внимания и заботы. К сожалению, волшебные слова, произнесенные в начале, распространяются лишь на коробку с красками. Но если это вызывает улыбку на лице ребенка, взрослые готовы их произносить каждый раз, когда это потребуется. Наталья Худяева, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Снега еще нет, но о зимних забавах нужно думать уже сейчас. К этому новоуренгойцев призывают специалисты городской администрации. На портале «Живем на севере» начался сбор предложений по обустройству ледовых горок и снежных конструкций. Безусловно, в газовой столице есть традиционные места массовых гуляний и развлечений в холодный сезон. Эти территории обустроят в обязательном порядке, а сейчас у жителей города есть возможность предложить свои варианты зимних городков в шаговой доступности. Чтобы легко было, можно дойти к этой площадке и там с детьми поиграть на такой вот снежной горке. И в этом году на площадке «Живем на севере» есть такой портал специальный, где мы собираем предложения горожан, в каком месте, в каком микрорайоне они видят размещение вот таких вот снежных горок. В дальнейшем эти предложения будут в некий такой перечень сформированы. Мы пройдем по обсуждению этих горок, мест, где они должны размещаться.
и будем принимать решение, но уже с точки зрения горожан, где надо разместить. У новоуренгойцев будет достаточно времени, чтобы покататься на горках и полюбоваться красотой ледового городка. Нас ждут длительные новогодние каникулы. График праздничных выходных, подготовленный в Минтруде, одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В 2021 году каникулы будут длиться с 1 по 10 января. 31 декабря нынешнего года по действующему законодательству будет рабочим днем. К новостям спорта. Стартовал волейбольный чемпионат России среди клубов Суперлиги. Это юбилейное 30-е национальное первенство. Для новоуренгойского факела оно началось в Казани игрой с «Зенитом». Клуб из столицы Татарстана – один из самых титулованных в российской регулярке. У них в активе 10 побед в чемпионате страны. Тем не менее, северяне смогли дать бой оппонентам. Правда, победу в этот раз одержать не удалось. Казанцы вышли на матч в своем основном боевом составе. У «Факела» из-за проблем со здоровьем в заявку на матч не попали Дмитрий Яковлев и Никита Стуленков. Как и во всех играх с «Зенитом», противостояние получилось максимально напряженным. Первый сет в жестких качелях остался за «Факелом». Вторая и третья партии с минимальным преимуществом ушли в актив хозяев площадки. Но северяне смогли зацепиться за игру и перевести ее на тайбрейк. В укороченном сете ямальцы оформили минимальное преимущество, но довести дело до победы нашему клубу не удалось. 3-2 в пользу «Зенита». Наш информационный выпуск завершен. В студии работал Павел Прожогин. Смотрите новости. Увидимся.